отвали отсюда по-хорошему. Ну, пропускаю я хабар за бабки через кордон, и что? Сам живу и другим жить даю, понял? Слышишь, умник, а ты вообще знаешь, какая у меня зарплата официально? Вот и попробуй на нее прожить, ага? Так вот, за эти слезки мне еще полагается испытывать охренительное чувство гордости за свое дело, государство, правительство, чтоб его. Начальники жируют, все как один с зоны прибыли имеют. Так почему мне нельзя? У военного какая задача? Выполнить приказ и выжить. И я выживаю, как умею. Епарасыты, это ж какой звездец кругом, одни уроды. Еще немного, и я или перестреляю всех, или сам застрелюсь. Что-то аппарат нельзя. Ты думаешь, нельзя.
нынче как собак неведомых. И все они лучше стариков знают. Здорово. Все брошен, нахрен и свалю. Поговорим после того, как ты выполнишь задание. Опять эта сволочь меня с патронами. Как охота. Хватит стучать холодного. Да чтобы в нос шибал. Да.
Почему тут люди стреляют в людей? Тут и так выжить трудно. А они еще без конца собачатся. Эх, вот и тут всегда должно быть. Завязываю с зоной машин. Как бы я солдат этих конченых. Второй раз весь прибыль так за месяц отобрали. А что вообще жить, если такие расклады пошли? Сидят, блин, на своих долбанных блокпостах. И на нашем горбу в рай въезжают. Музыкальная пауза. Ну какого черта меня сюда понесли? Лучше быть дома людей. Тут и так выжить трудно, а они еще без конца собачатся. Классно играет. Кончай уже. Ничего, ничего. Намалек, прорвемся. Не зря же я тут вон сколько неба хочу. Я и друганы мои прорвемся. Здорово, брат! Все брошен нахрен и свалю. Я все сказал, топай.
Неплохо. Хороший товар. Вот так бы всегда. Будь осторожен. Тут Василь посмотрел на меня, так лукаво и говорит: спорим, я сделаю проход за рождение за 7 тысяч. Ну, я сходу улыбаюсь и отвечаю. Неплохо, хорошо. Куда ты без оружия, придурок? Ну, удачной охоты, сталкер. Ну, сами понимаете, да? Ёлки-палки. Знать бы раньше, что столько таскать на себе придется. Патрон, еда. Да. Бесит все это дело. Разбивались тут стаи. Ну, точно звери. По свету в кожу. Одни как разбойничали, так и разбойничают. Другие то ли нас обжали, то ли зону от нас охраняют. Солдаты, блин, кто тут? Человек, он плотно, что выпадется. Здорово даже. Не так, чтобы прям золотой гнол. Ну что такое?
Неплохо. Хороший товар. Да. В общем, будет нам обоим. Ну, удачно. Что такое? Неплохо. Что еще? Будь осторожен. Субтитры сделал DimaTorzok.
неплохо. Хороший товар. Неплохо. Хороший товар. Полезная хреновина, которая будет помогать тебе не сдохнуть в зоне. Здорово, брат. Нафиг пролетает, и хоть бы хны. Ну, думаю, глюк перепил спиртяги, пока по зоне шастал. Таких визуально все понимаешь, ну все как трамплин. И тебе грунт светлее, на кромке приплюснут. Ветерком оттуда тянет, листики летают по спирали. Верно. Ага. Так, значит, да. Присел, взял камушек с земли и кинул его навесиком. Ну, думаю, ща рванет. Так нет. Камушек спокойно упал на грунт, как будто там нет никакой аномалии. Упал и все тут. Ну и я в раз попил. Чуйка подсказывает, что это особняк. На корточках тихонько подползаю. Подкидываю камушки. Рефлекс, мать его. А дальше-то что? Отполз, не поверите, вплотную. Взмок, как мышь в комбезе. Камушки, которые покидывал, лежат аккурат в пляши. Но моя сталкерская нутро говорит, сваливать надо. А я нет. Особняк. Надо разобраться. Все правильно, чувак. Значит, волынку на колени поклал. И усраться, блин, тяну руку в трамплин к одному из камушков. Прикиньте, а? Молодца. Круто. Камушек как камушек. И вот тут-то, значит, и сработало. Ну и чего? А ну, меня откинуло что? Метров на пять. Зря, конечно, камешек тронул. Здорово, брат. Thank you.
И слова доброго никто не скажет. Тот уже хабар пошел. Ну что? Ох, это рядом, да. Подходим на границу зоны. Вот. Я заранее вынимаю кусачки и направляюсь к проволочному забору. Тут Василь посмотрел на меня, так лукаво, и говорит: спорим, я сделаю проход в заграждение за 7 действий. Ну, я сходу врубаюсь, отвечаю: а я за 6, а я за 5, за 4, за 1. Нифига себе, думаю, как это он собирается осуществить? Ну, говорю, давай, действуй. А этот крендель спокойно так снимает с пояса гранату и шлёп её под забор. Я так успел, типа, не надо, и шлёп носом в грязь. Василий, шлёп рядом со мной. Ну шо, бабах. Нас так не слабо усыпало землёй и грязью. Над головой табличка эта пролетела, не приближаться опасно. В общем, хватаю Василия за ремень, бежим. Ну, сами снимайте, блок поставили. Куча народу сейчас прибежит. Нет, без. Рванули мы через дырищу в заборе. Привет. Затем полем, в ближайшей рощи. Я не завалились. Слушай, ну что такое?
Неплохо. Хороший товар. Неплохо. Хороший товар. Полезная хреновина, которая будет помогать тебе не сдохнуть в зоне.